Скорее, растения сегодня в меньшинстве, нападаем на них. Смотрите, зомби узнали, что нас сегодня всего лишь 15. Отобьем их атаку. Отобьем! Всем привет! Ох, и тяжелый денек сегодня выдастся. Стенорех, расставляй свою банду в третий ряд, будешь держать оборону. Готово! А ты со своим отрядом становитесь сразу позади меня и нокаутируйте всех, кто приблизится. Да, это лучший вариант. А прикрывать нас будет бумеранг. Всегда готовы. Ну что же, кажется, лучше мы уже не выстроимся, так что начинаем бой. Как же не вовремя все остальные растения ушли с Дэйвом искать запчасти для его машины времени. Нас всего лишь 15, и нам нужно любой ценой сегодня выстоять. Слышали, да? Я же говорил вам, что у сорняков сегодня все плохо. Их слишком мало. Это наш реальный шанс прорвать их оборону. Эти мумии недобитые знали, что мы в меньшинстве. Должно быть, они шпионили за нами. Да, мы знаем толк в разведке. Вы даже не заметили нашего агента, который за вами подсматривал. А эти зомбари не так уж и глупы, как мы полагали. Те их потомки, которых мы победили во дворе у Дэйва, были совсем бестолковые, а вот эти вот похитрее. Вы еще нас не знаете. Мы не на такое способны, а наш босс и вовсе самый коварный мертвец в Египте. Мне уже не терпится почесать свои кулаки, а противную морду вашего босса. Скорее бы он сам приковылял сюда. Будь осторожней со своими желаниями, а то не заметишь, как босс пустит тебя на сала. О, это кто там открыл свой беззубый рот? Ты дороголовый дружочек, ты моя любимая груша. Скорее подходи, я надаю тебе целую охапку табаков. Ну, держись. Мое ведро выдержит много ударов. Тогда начинаем схватку. Получай мою коронную комбинацию. Ой, ой, господи, спасите, помогите. Ну вот, что-то ты уже не такой смелый, как когда был на расстоянии от меня. Товарищи зомби, это какой-то позор. Мы даже не прокусили скорлупу хотя бы одного ореха, а наши силы уже на исходе. Да, вся наша надежда на волну. Кстати, где она там застряла? Слышали, парни, вот-вот будет их атака. Если мы отобьем ее, считай, что мы справились с сегодняшним нападением. Да, хотелось бы поскорее закончить с этим. Они хоть и не прокусили мою скорлупу, но это не очень приятно, когда тебя постоянно грызут. О, слышите, кто под шагов? Поддержка приближается. Вот он. Вперед. Нужно прогрызть орех. Сыпьте песок на них. Ни шагу назад, стоим на месте. Осталось совсем немного. Скорее, ломай орехи. Нужно добраться до этих капустных боксеров. Не волнуйтесь, я вас прикрываю. Сегодня ни один зомби не попробует ни один капустный листочек. Кажется, нашу волну разбили. Снова. Ладно, ладно. Может, вы и выстояли сегодня, но завтра придет наш босс. И это будет ваш последний день на этой земле. Ура! Победа почти в кармане. Уверен, мы и вашего главаря точно так же отдубасим завтра. Ребята, а вы пока поставьте лайк, и уже в следующей серии будет сражение с боссом.